Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Как я и обещал, это видео будет немного другого формата, и мы лично познакомимся с вами. Меня зовут Дмитрий, и я являюсь администратором канала ПАР. А тема этого видео, конечно же, креветки. Креветки, а точнее, с кем они уживаются. У нас уже было одно видео, посвященное этой теме, где я делился с вами своим опытом. Под этим видео накопилось очень много отзывов от вас, где вы делитесь своим опытом. Именно о вашем опыте мы сегодня и поговорим. Я зачитаю те комментарии, которые вы писали. Поехали. Заранее прошу прощения, если что-то имя, фамилию или никнейм я прочитаю неправильно. Итак, Максим Наймушин пишет: у меня креветки живут с кардиналами, все в порядке, рыбы даже мелочь не трогают. Очень хорошо. Дальше пишет Анастасия Лосякова. Жили с водорослеедами и неонами, потом неоны с водорослеедами начали ловить и жрать креветок. От корма отказывались. Пришлось выкинуть всех. Купили с турисом. Эти жрут только водоросли. Дальше пишет Гага Наполи. Мои живут с молли, гупяшками, хасиманиями и крапчатым сомиком. Есть еще рыбка одна, стайная. Не помню, как называется. Креветок не трогают. Следующий комментарий от Руслана М. Я долго, около года, налаживал баланс между рыбами с вишнями. Короче, у меня живут вишни в общем аквариуме. В кае. Таракатум и анцики. Ну, это имеется в виду анциструсы. Вообще со всеми сомиками уживаются. Радостомусы, неоны, гупи. Если банка большая и много нычек и травы, то нормально уживаются. Если мало всего, то тут могут жрать молодняк. Данио и мексиканские раки. Следующий комментарий нам оставил Дмитрий. Он пишет следующее. У меня живут год с неонами, данио, сомиками, акальта, наверное, акантофтальмуса, я так предполагаю, эндлера, лучше самцов. Самки будут жрать. Если мотыля видели, путают. Гупи убрал. Креветки стали плавать по аквариуму, а то сидели на дне. Следующий комментарий от Елены Павловой. Елена Павлова пишет. Спасибо за показ и рассказ. А то мне подарили 7 вишнек, а я маловато о них знаю. Пустила в общий аквариум 100 литров с рыбами потом, потому что там растений много и мох яванский есть. Камни, коряги, много мест, где можно прятаться. Рыбы, данио, неоны, вишневые барбусы, орнатусы, тернеции и анциструсы. Креветки лазят в водорослях. Наверное, в растениях все-таки. Водоросли – это то, что нужно уничтожать. Периодически вижу их. Рыбы на них внимания не обращают. Если на открытой воде, то тернецию слопают, конечно. Недели уже живут. Но недели, на самом деле, это не так много. Крот01 оставил нам следующий комментарий. Он пишет: у меня живут креветки с одной данью. Итог – ни одной креветки, и популяция падает. Иногда наблюдаю, как данио гоняет креветок. Даже со стекла снимают креветок. Креветок приходилось. Прилипали при попытке выпрыгнуть. Видите, да, как получается? У некоторых здания уживут. У некоторых здания, вот Крот01 пишет, то, что вообще не уживается. Следующий комментарий нам оставил Винтфуриус. Он пишет: боцы, если подрастут, точно будут жрать креветок. Инфа стопроцентная. Следующий комментарий нам оставил Макс Су. Он пишет: у меня креветки отлично ужились с неонами и петушком. Петушок изредка проявляет интерес к ним, а неоны вообще их не замечают. Аква всего лишь на 30 литров. Виктор Волков пишет: с гуппи эндлера отлично ужились. Креветки – голубая мечта. Ну, мы сейчас говорим в основном, конечно, о креветках черри. Но, в принципе, разница-то невелика. Следующий комментарий нам оставил сам Михаил Задорнов. Ну, конечно же, я думаю, что это не он сам, а просто кто-то сам себя так назвал Михаилом Задорновым. А может быть, действительно, есть еще какой-то Михаил Задорнов, который держит креветок вместе с рыбками. Давайте посмотрим на то, что он написал. Разборы Галактика и Гупи Эндлера напрочь выбивают креветок молодняк. Проверено мной. Прямо охотятся. Взрослых съесть не могут.
Но популяция не растет. И вообще, вишни постоянно прячутся при таком соседстве. Стоило отсадить рыб, как вишни начали ползать табунами на виду. А взрослых вишен и меченосцы, и малинези не едят. Так что, сейчас вишни живут с коридоросами, пигмеями. Вроде не едят, молодняк, но точно не скажу. Креветок тоже не пугают. Ну, наверное, просто своим поведением пугают их. Все больше склоняюсь к тому, что вишен нужно держать отдельно от всех остальных. Алекс Гум написал: «У меня черри уживаются с радостомусами, неонами, гуппи, лялиусы. Больше реагируют на мальков гуппи, чем на креветок. Может, мелких только, если подъедать. Но я такого не фиксировал. Крапчатый сом равнодушен. Сиамские водороследы уже около 9 сантиметров и не трогают креветок, и только могут досаждать лялиусов и других рыб своими играми. Был еще и один крупный сом. О нем печаталось, что взрослая особь может даже неона хватать, если не ошибаюсь. Может, если останется голодный. А гамми звездчатый, то он даже на мальков гуппи не реагирует днем. Но ночью сом и пишет многоточие. Наверное, ночью все-таки он их подъедает у него». Максим Пабленко оставил комментарий: «Меченосцы, данио, гуппи, гурами 3-4 сантиметра». Максим Павленко, я понял то, что у вас есть меченосцы, данио, гуппи и гурами 3-4 сантиметра, но я не понял, они уживаются или не уживаются с ними. Едят или не едят. Катерина Ним пишет: «У меня креветки-вишенки живут с тремя испанскими тритонами, и они вообще не рассматривают их как еду. Из рыбок тернеции, неоны, анциструсы и разбора тоже креветок не трогают. Живут себе креветочки и размножаются даже. Грунт в акве крупный, галька морская, вот под ней вишенки больше всего трудятся. Но если вылазить наружу, то спокойно перемещаются и никто не нападает». Следующий комментарий нам оставил Александр Захаров: «Ну не знаю, у меня неоны долбят креветок, а с гуппи креветки пока живут без проблем». Угу. Дмитрий Кулиничев оставил комментарий: «4 стеклянные тетры весело разделывают по креветке каждое утро». Елена пишет: «Мои креветки живут в 30-литровой банке с мальками, гуппи, неонами, пицилиями и сомиком-коридоросом. Никто никого не трогает. Правда, креветки молодые, еще не размножались. Не знаю, что будет с потомством». Следующий комментарий нам оставила Натали Бианко: «Гуппи ела креветок во время их линьки. Пришлось отсаживать». Олег Н. оставил комментарий: «У меня живут уже больше года в аквариуме с неонами, гуппи, данио, меченосцами, малинезиями, гурами и сомиками крапчатыми, и анциструс, присоска. В аквариуме также много живых водорослей и камней. Хотя креветки нагло гуляют по аквариуму и резко даже, и разок даже расплодились и выжили без отсадки». Фазотрон оставил комментарий: «У меня креветки живут с гуппи, малинезиями, неонами, коридоросами. Пока все живы, но у меня коряги, покрытые мхом. Так что укрытий много». Следующий комментарий нам оставил Рустам Гайнединов. Он пишет так: «Вишни с кардиналами отлично уживаются, только не дают кардиналам размножаться. Икру всю сжирают». Тут уже видите, как креветки, получается, не дают плодиться, да, рыбкам. Съедают их икру. Следующий комментарий нам оставил Саня Скрипник. Он пишет так: «Рыбам, что влезет в рот, то и корм. Есть, конечно, исключения, но это факт. У меня в небольшом аквариуме креветки прекрасно живут и размножаются с анциструсами, мраморными боссами, разборами, сиамскими водорослетами, гуппи. Но аквариум густо засажен растительностью. И присутствует мох, пистия, ричия, которые служат отличным укрытием для молодых креветок. Сам много раз видел, как даже маленькие гуппи охотятся вокруг мха и едят маленьких креветок. Но у меня креветок уже столько, что я их и сосчитать просто не могу. Недавно заменил целую кучу гуппи, так как они сильно плодятся на троих северовых мальков. Пока они особого внимания на крупных не обращают, но думаю, также на мелочь охотятся. А подрастут, по-любому будут жрать». Очень печально. Но не факт, кстати. У меня были и крупные, сажал с гуппи, нормально все. Следующий комментарий нам оставил Сергей Эльфимов. Он пишет так:
У меня две креветки. Живут с неонами, данью, пиццериями и гурами. Никто, кроме гурами, креветкам не проявляет ни малейшего внимания. А вот одна гурами немного погонялась за креветкой. Но она, в принципе, почти всех гоняет. Всех гоняет. Так что ничего удивительного. Живут неделю уже. В основном прячутся в растениях. И за фильтром. За фильтром, кстати, это их, наверное, самое излюбленное место. Они очень любят прятаться за фильтром. Следующий комментарий нам оставил Максим Ермоленко. Он пишет. У меня креветки Blue Dream. Отлично уживаются с дворняжками гуппи и с рисовыми рыбками. Также в этом 140-литровом аквариуме самы коридоросы, штерба 2 штуки и звездчатых 4 штуки. Молодняка у креветок пока не было. Хотя креветки очень быстро и хорошо размножаются. Возможно, что к этому времени, сейчас, к сегодняшнему дню, уже у него есть, наверное, опыт размножения креветок. И вполне возможно, если он сейчас нас слышит и видит, он уже оставит новый свой комментарий и скажет нам, как прошло размножение и как рыбки обращали внимание или нет на маленьких креветок. Точнее, рыбки обращали внимание на маленьких креветок. Ну вот, в принципе, и все, мои дорогие друзья. Я очень рад, что мы с вами сегодня познакомились. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.